Че, добро пожаловать в мой гараж. Вот. Так, ну, типа. Офлайн добро пожаловать. На удаленке. А это видео как раз, в общем-то, тесно связано с удаленкой. Я уверен, что очень многие столкнулись с этой проблемой насущной, работая, учась, там, не знаю, делая вещи на удаленке. С проблемой, что некуда девать бутылки от алкоголя. Вот, и лично я тоже столкнулся с этой проблемой. Нет, это, конечно, не все бутылки у меня во время локдаунов опустошились, естественно. Ну, то есть, штуки две у меня было уже. Так, сейчас, вот, красиво. Это видео не проплачено Джимом Бимом. Более того, я, наоборот, свои деньги сюда вложил. И здоровье. Это не how-to видео, не какая-то инструкция к тому, как сделать гирлянду из бутылок, светильник из бутылок, бухлянда. Ну, гирлянда и бухло, из бухла, бухлянда. Просто-напросто сам еще без понятия, что получится. Я как бы кое-что продумал и заказал, но... С Алиэкспресса я заказал вот такие вот лампочки. Стандарта... GY6.35. Почему? Просто потому, что их диаметр и диаметр их патрона меньше диаметра горлышка бутылок Джима Бима. Ну, я заказал ледовые версии, потому что, ну, 2020 год, очевидно. Ну, также и вот патроны. Опять же, вот. Оп, оп. Как нас учил Винни-Пух, входит и выходит. Сука, это не Винни-Пух был, ослик и А. Также я сегодня взял в магазине моток 15 метров классного прозрачного провода. А остальное, ну, сориентируюсь по месту. В целом, что я сейчас делаю? Помимо того, что трачу свою жизнь на... Беру, короче, кусок провода. Сверлю отверстие в крышке. Продеваю туда провод. Беру второй кусок провода. Сверлю второе отверстие в крышке. Выдеваю провод. А снизу к этим проводам припаивается еще вот, собственно, сам патрон. И то есть это будет такая крышка, которая вот она вкручивается, и ровно на длину патрона бутылку вот опускается лампочка. Получилось то, что я планировал. Сейчас я тестово пихну сюда лампочку. Сука. Вкручу это. Ну, так как оно будет. Это самое. И вот я временно подключил провод. Очень стрёмно. Сейчас проверим. Работает. Теперь осталось только повторить это еще 10 раз. Два с половиной часа работы и готово. Тоже тут как бы и сам провод приделал с выключателем. У меня, правда, только уродливая такая вилка была. Сейчас нужно ставить лампочки, засунуть это все, прикрутить к бутылкам и проверить, работает ли оно. Конечно, совсем не обязательно делать как я. Ну, то есть не обязательно вот прям такие лампочки искать, вот прям, чтобы у них были патроны, чтобы можно было вставлять. Ну, точно так же можно просто какие-нибудь светодиоды
взять, спаять это все дело, и все будет замечательно. Блок питания там поставить. Просто мне хотелось, чтобы это все работало от 220. Хотелось, чтобы если лампочки запоролись, чтобы их можно было сменить. К тому же мне не хотелось возиться со светодиодами отдельными. Хотелось, вот просто взял готовую лампочку 220 и все. И вот оно полезло в бутылку. Додумался еще раз о названии. Это же не только гирлянда, это же еще и лампа, в принципе. Она же освещает, значит, это не только бухлянда, но и бухлямпа. И то звучит как, типа, прозвище. Подари своему другу бухлямпе на день рождения бухлянду. Ему понравится. Я только сейчас заметил, что у меня в некоторых бутылках еще что-то на дне осталось. Возможно, все-таки стоило из всех из них до конца вылить уже жидкость. То замкнет меня тут. Так. Ну. Сука, где закоротила? Я не понял, в чем проблема. Я их сейчас просто раскрутил, вытащил все лампочки, прозвонил, все в порядке. Сейчас вставлю обратно. После того, как мне еще раз выбило пробки, оказалось, что одна из лампочек просто проблемная. Она как бы работала. Она замыкала на патрон. Вот. Теперь все работает. Ничего не выбивает. Оно горит. И ничего не выбивает. Поскольку у меня что-то получилось, и примерно то, что я хотел, это, наверное, можно считать инструкцией по тому, как сделать себе бухлянду. На проводах все достаточно хорошо держится, если вот здесь вот еще их, ну, вот так вот их хомутами скрепить. Их можно спокойно и по стенке развесить. Но я, наверное, поставлю. А пока что, не знаю, сходи в комментарии, напиши, что еще хотел бы, чтобы я сделал. У меня есть некоторые идеи проекта. А давай вообще по старой доброй традиции. Первый час после залива этого видео я нахожусь в комментариях. Вот там и обсудим. У меня есть некоторое количество идей того, что можно сделать. Но все равно полезно всегда узнать от непосредственно зрителя. Если хочешь рум-тур по гаражу, пиши «хочу рум-тур по гаражу». Я все равно не сделаю, потому что мне сначала нужно пол покрасить. Если вдруг это видео подвернулось тебе не в подписках, то подпишись на канал. Следующее подвернется в подписках. Все, пойду придумаю, куда поставлю бухлянду.